Школьникам Твери показали беспилотный автомобиль. Это разработка отечественной компании Starline, которая в настоящее время проходит тестирование на дорогах общего пользования. Презентация проекта прошла в детском технопарке «Кванториум». На ней побывала и наша съемочная группа. Вот это, на первый взгляд, самая обыкновенная «Шкода», на самом деле новое слово в отечественной науке. Разработка санкт-петербургской компании Starline представляет собой беспилотный автомобиль, который был придуман и сконструирован целой командой российских инженеров. В автомобиль заложена цифровая модель дороги. Он точно знает, где расположены полосы движения, какой режим движения на них разрешен. С помощью системы технического зрения, системы восприятия, автомобиль строит картину мира вокруг себя и уже принимает решение, как ему взаимодействовать с другими участниками движения для того, чтобы выполнить свою основную задачу, перевести там груз или пассажиры из точки А в точку Б. Это становится возможным благодаря современному оборудованию, которым оснащен беспилотный транспорт. Среди них система восприятия окружающего мира, видеокамеры, радары, а также высокоточная спутниковая связь. Сегодня беспилотный автомобиль Starline проходит тестирование на дорогах общего пользования, а полученные в ходе исследований компетенции позволяют внедрять элементы беспилотного вождения на закрытых промышленных территориях и применять знания в других смежных отраслях, поясняют руководители проекта. Наверное, основной проблемой сейчас является задача предсказания поведения других участников дорожного движения. Все компании так или иначе сталкиваются с этим. Об этих и других нюансах разработки беспилотных автомобилей представители компании Starline рассказали тверским школьникам. Презентация для ребят прошла в технопарке «Кванториум». Ученики технопарка прослушали лекцию об устройстве высокоавтоматизированного автомобиля и узнали о современной, актуальной профессии будущего – разработчик беспилотного транспорта. Мероприятие прошло в рамках всероссийского образовательного проекта для школьников «Урок цифры», который знакомит детей с новыми передовыми профессиями. У ребят есть возможность почувствовать, что все, чем они занимаются в системе дополнительного образования вот на базе технопарка, в своих школах, на уроках технологии, все это имеет вот такие последствия для трансформации жизненной траектории человека, да, для высвобождения для него новых временных каких-то регламентов, да, для возможности использования того, что ты слушаешь на уроке и тебе кажется скучным, ненужным, а потом вдруг ты понимаешь, что это вообще совершает прорыв. Также беспилотный автомобиль Starline посетил Тверской государственный технический университет. Студенты-инженеры, робототехники и программисты познакомились с российской разработкой и пообщались с разработчиками проекта.